Канун Нового года – это всегда радостная, но ответственная подготовка. Очередная партия подарков для танкистов уже была готова к отправке. Но в ту ночь поезд не смог добраться к праздничному ангару. Погода стояла жуткая, и это прямо перед праздником. Кроме железной дороги был только один путь – через дикие земли. Сразу же вызвался Маус. Он получил ориентир, поправил противоосколочный подбой и поехал сквозь вьюгу. Он ехал один час за другим, упорно двигался к цели, не останавливался ни на секунду, пока не застрял. И хотя Маус потом говорил, что просто устроил привал, выбраться самостоятельно он не мог. Самый младший помощник решил не сидеть, сложа гусеницы. Толстопарт ринулся на помощь. Но посыльный оказался не тяжелым, а сверхтяжелым. Выбора не было. Праздник нужно было спасать. Так малыш сам отправился за путеводной звездой. Атмосфера была не самой праздничной. Угрозы поджидали нашего малыша буквально на каждом шагу. Дорога вела через ущелье, где почти не было ветра. Здесь можно было отдохнуть и охладить двигатель. Но малыш еще не знал, чье это логово. Грохот поезда выбил из зимней спячки неуязвимого, и он был слегка недоволен. Он прижал нашего смелого малыша к стене. Казалось, что это конец, но тут... Маус! Он все-таки выбрался из завала и ехал по следу. Здоровяк дал знак уйти в сторону и в очередной раз поправил противоосколочный подбой. Толстопарду оставалось только бежать. Он мчался, просто мчался вперед. Чувствовал, что уже близко. Да, праздничные ангары. Добрался. А в них только снег. И ни одного огонька. Малыш опоздал. На самом деле, малыш приехал как раз вовремя. Вместе с местным электриком. Потому что праздник один для всех. Он объединяет и дарит нам сказку. Ведь когда еще случатся чудеса, если не в Новый год? Разворачивайте подарки, проводите время с близкими и просто радуйтесь. С Рождеством и Новым годом!